Добрый день, дорогие друзья! С вами снова рубрика «Интерактивные выставки». Мы продолжаем знакомить вас с работами участников творческой мастерской людей с ограниченными возможностями здоровья «Завет» при Дворце культуры «Химблокно». Сегодня мы расскажем вам о творчестве Ольги Митиной. Декоративно-прикладным искусством Ольга начала заниматься с самого детства. И постепенно рукоделие стало самым любимым увлечением всей ее жизни. В коллективе «Завет» Ольга состоит уже более 7 лет, и сейчас ее по праву можно назвать опытной мастерицей. В коллекции работ Ольги большое количество разнообразных изделий. Интерьерные игрушки, куклы, цветочные композиции из полимерной глины и флористической бумаги, и даже авторские украшения из самоцветов. Ну что ж, смотрите, вдохновляйтесь и творите вместе с нами. Приятного вам просмотра!